Добрый день, уважаемые гости нашего концерта. Мы рады приветствовать вас в этом зале. Сегодня наша встреча посвящена приближающемуся празднику – Дню России. День России – это национальный праздник Российской Федерации. 12 июня 1990 года первым съездом народных депутатов РСФСР была принята декларация о государственном суверенитете РСФСР. 12 июня стала праздничной датой 1992 года по постановлению Верховного Совета Российской Федерации как день принятия декларации о государственном суверенитете России. 12 июня 1998 года Борис Николаевич Ельцин в своем телевизионном обращении предложил переименовать праздник в День России. Сегодня с этим замечательным праздником вас поздравят воспитанники подросткового молодежного центра «Мир». И первыми вас поздравит студия народных инструментов «Русская жемчужина» педагог Кузнецова Полина Евгеньевна. Семья Алексеевых исполнит песню «Вальс света и тени». Thank you.